В Сургуте за год почти в полтора раза снизилось число преступлений, связанных с распространением наркотиков. Уменьшилось и количество изъятых запрещенных веществ. С начала этого года из незаконного оборота исключили 12 килограммов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого было почти втрое больше. Правоохранители связывают это с тем, что удалось заблокировать крупные интернет-сервисы, которые занимались распространением психотропных веществ. Вместе с тем, нелегальная продажа через социальные сети и мессенджеры продолжает представлять опасность. Были перекрыты каналы поставки, в том числе отчасти, наверное, повлияла ситуация, я думаю, вы средств СМИ знаете уже, о том, что была, не буду озвучивать название, торговая площадка одна в сети интернет закрыта, скажем так, по крайней мере, на настоящий момент, что, в свою очередь, тоже повлияло на логистику поставок наркотических средств и их последующее изъятие на нашей территории. О сложной ситуации с распространением наркотиков в Сургуте в прошлом году говорила и губернатор региона Наталья Комарова. В 2021 от отравления запрещенными веществами погибли 36 человек. Всего на учете в психоневрологической больнице на данный момент состоят более 300 наркозависимых, в их числе 8 несовершеннолетних. Специалисты отмечают, что количество таких пациентов в последние годы снижается. Отмечаем снижение ежегодное, уже достаточно длительное время, количество потребителей наркотиков и психоактивных веществ. Но нужно понимать, что эта ситуация, она не выглядит как прямая. То есть, как бы, вот есть случаи, когда регистрируются потребители, больше, когда меньше, но в целом динамика положительная.